Здравствуйте, меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». О том, какие культурные события ждут самарцев на этих выходных, я расскажу прямо сейчас. Все выходные в городе будет работать Поволжский книжный фестиваль. Гостей праздника ждут общение с любимыми писателями, творческие мастер-классы и тренинги. На площадке выставочного центра «Экспо Волга» собрались представители ведущих книжных издательств, библиотек и музеев. На площадках читатели могут познакомиться с различными жанрами литературы – учебной, детской, художественной и другими. Для гостей приготовили насыщенную культурную программу – концерты, квизы, спектакли и литературные гостиные. Фестиваль продлится до 11 февраля и завершится финалом областного турнира молодых поэтов. 10 февраля в библиотеке народов Поволжья прозвучат песни из разных уголков Самарской области. Детский фольклор и лирические песни в исполнении ансамбля «Рыбинка». А специальным подарком для гостей станет выступление гармониста Антона Загородного. Также в рамках концерта пройдет презентация выставки баянов и гармонии из частной коллекции. Гостям представят экспонаты и расскажут любопытные факты о народных музыкальных инструментах. Начало в 12.00. Детская картинная галерея напоминает, что совсем скоро наступит один из самых важных праздников в нашей стране – День защитника Отечества. И приглашает детей от 6 лет сделать уникальные подарки для пап или дедушек. 11 февраля состоятся мастер-классы, на которых ребята самостоятельно сделают брелки или подставки под телефон для своих близких. Занятие в этот день будет 3 – в 12, 14 и 16 часов. Обязательно предварительная запись. Подробную информацию можно узнать на странице детской картинной галереи ВКонтакте. Вечером в воскресенье театр «Самарская площадь» приглашает зрителей на спектакль «Наш городок» по пьесе американского драматурга Торнтона Уайлдера. Действие происходит в провинциальном и ничем не примечательном городке и рассказывает истории нескольких его жителей. В спектакле отражены темы ценности жизни, любви, семьи и цикличности человечества. Начало в 18.00. На этом у меня все. Выбирайте то, что больше по душе, и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе.